Дорогие друзья, всем добрый вечер. Москва, Бауманская, четверг, 6 часов вечера. Это значит, что сегодня уже третий по счету вебинар, посвященный циклу мобильной разработки. И сегодня будем говорить о языке Swift и о всем о том, что связано с яблочками. Я думаю, понимаете, о чем я говорю. Посмотрим, в онлайне у нас в сумме со всеми рестримами 170 человек. Круто, круто. Друзья, обязательно напишите прямо сейчас в чат, какой уже по счету вебинар вы посмотрели. Если пришли впервые, так и напишите. Я здесь впервые. Это очень сильно поможет нам вести нашу трансляцию. Для вновь прибывших представлюсь. Меня зовут Шачков Максим. Я являюсь специалистом методического отдела нашего онлайн-университета. И для того, чтобы полет на нашем вебинаре прошел максимально эффективно, давайте сделаем пару простых действий. В первую очередь, напишите, все ли в порядке со звуком. Со звуком и со звуком. Как нас слышно и как нас видно. Сегодня, я думаю, будет присутствовать код. И для этого желательно выставить максимально допустимое качество. Важный момент. Наша трансляция, она проходит вот только по этой ссылке. live.skillbox.ru/code/online/18/10/18. Вот такой сегодня красивый день. Это важно, потому что именно здесь мы читаем ваши комментарии, я задаю его нашему преподавательскому составу, поэтому переходите, задавайте максимум своих вопросов, не бойтесь, что этот вопрос будет глупым, глупых вопросов не бывает. Поэтому переходим, задаем вопросы, а мы их комментируем и отвечаем. Давайте посмотрим на то, кто к нам сегодня пришел. Третий. Звук нормально, отлично. Второй. Привет. Третий вебинар. Пятый уже. Класс, класс, класс. Супер, супер. Тогда представлюсь максимально быстро. Мы онлайн-университет Skillbox. В настоящий момент обучение по всем нашим курсам проходит более 20 тысяч студентов. Самостоятельно мы разработали более 30 программ обучения. И по факту единственный, кто в настоящий момент имеет уникальный формат обучения, собственную образовательную систему, постоянную поддержку наших учеников на всех этапах обучения и, конечно же, гарантии качества. Но вся эта магия была бы невозможна без наших ключевых партнеров. Это лидеры отрасли в программировании, маркетинге, дизайне, которые обслуживают максимально быстро. В любом случае, повторение – мать учения. Нажимаем на кнопку «Поделиться» и выбираем нужную социальную сеть. Ссылка на запись останется у вас. Как получать уведомления о новых трансляциях? Все также максимально просто. Очень быстро заходим на YouTube, на YouTube, нажимаем на кнопку «Подписаться» и выставляем колокольчик. Наши трансляции обычно проходят примерно 3 раза в неделю, поэтому какого-то лютого спама вы не увидите. Я за это ручаюсь. И напоминаем про домашнее задание. Друзья, у вас по-прежнему есть время успеть его сдать для того, чтобы побороться за наши призы от наших партнеров. Поэтому, если еще по каким-то причинам вы этого не сделали, мы вас ждем. Итоги, соответственно, будем подводить на финальном мероприятии 25 октября. И, наконец-таки, я могу представить нашего сегодняшнего гостя. Это просто даже не человек, а, я считаю, светило от языка Swift. Это Никита Архипов, генеральный директор и основатель компании Envix. Создал собственную архитектуру приложений. Тебе же не 65 и не 49. Ты расскажешь, как к этому подошел. Хорошо. В общем, сегодня с вами человек, если очень-очень-очень емко в цифрах, который помимо огромных брендов, с которыми он успел поработать и с которыми еще успеет поработать, за 3 года занял первое место в рейтинге Tagline среди мобильных компаний, созданных в 2015 году или, может быть, попозже. Для тех, кто не знает, рейтинг Tagline – это тот рейтинг, на который ориентируются очень-очень большие дяди, тети и бизнесы, когда выбирают себе подрядчика для своих проектов. В сумме более 7 лет практики в мобильной разработке. Так вот откуда, собственно, архитектура. Никита, искренне рада приветствовать вас. Взаимно. А, Никита, о чем сегодня будет ваша часть вебинара? Собственно, всем привет. Сегодня на вебинаре я чуть-чуть погружу вас в мир мобильной разработки под iOS, то есть я покажу вам, как просто и быстро на самом деле создаются
небольшие приложения на примере to-do-листа. То есть мы прям с вами в онлайне увидим, как выглядит Xcode. Это среда разработки под iOS. Мы прям с вами вживую, я буду писать код. Напишем такое простенькое to-do-приложение, запустим, увидим, как выглядят симуляторы. В общем, такой будет опыт погружения в то, как работает iOS-разработчик, как выглядит язык программирования, как выглядит среда программирования. То есть, создать такое ощущение, как, в принципе, быть iOS-разработчиком. То есть, конечно, вы не научитесь прям программировать под iOS за один урок, это и, в принципе, невозможно, но вы поймете, в принципе, как это выглядит. Никита, если подожди, перед тем, как полностью передать тебе ведение всего следующего дара, мне не дает покоя один момент. Это ты к твоему видео приложил свою руку? Да, но это один из проектов, который я писал еще даже не в своей компании, а до того, как я создал свою компанию. Такой достаточно крупный, прикольный, сложный с технической точки зрения проект, видеоредактор, в котором можно было добавлять, нарезать видео, ускорять, замедлять, добавлять видеоэффекты, музыку, монтажные склейки. В общем, такой прям полноценный видеоредактор, и в некоторых аспектах он прям круче, чем iMovie. То есть я прям некоторые ночи прям не спал, сидел, потому что хотел делать какие-то прям прикольные вещи. И я, ну, как мне кажется, этого достиг. Просто сегодня утром я вспомнил, как я много-много-много-много лет подряд пользовался этим редактором. Мне сегодня сказали, что приедет человек, который как бы участвовал. Да, и я такой, вау, да типа ладно, ладно. Он же, наверное, типа немец или англичанин. Круто, очень круто. Окей, тогда, с твоего позволения, прервусь на модерацию чата. Буду рад, если периодически сможешь делать какие-то паузы для того, чтобы я мог зачитывать вопросы. Конечно. И, если позволишь, я немного стал телепатом за время проведения вебинаров по программированию. Я чувствую этот немой вопрос из зала. Что делать, если я люблю Windows, но хочу научиться кодить под Mac? Есть ли какие-то решения для того, чтобы как бы вот и рыбу съесть, и в Xcode покопаться мог? Решение простое. Можно дальше любить Windows, но нужно иметь macOS. То есть это либо купить компьютер MacBook, либо поставить виртуальную машину с macOS, потому что именно только под macOS запускается Xcode, и только с помощью него можно разрабатывать приложение под iOS. Ну, в общем, выход есть всегда, скажем так. Выход всегда есть. Даже я там на заре своего опыта разработки ставил под, не помню, какой еще Windows, виртуальную машину, и именно в ней я сам тогда начинал, перед тем, как у меня появился мой первый iMac. Круто, круто. Все, потому что, ну, знаю, что такой вопрос достаточно болезненный, спасибо, что эту боль снял. Да. Окей, тогда поехали. Поехали. Собственно, у меня сейчас открыт ноутбук, открыт он на стартовом экране Xcode. Мы с вами создадим новый Xcode проект. Это будет single view, то есть такой самый стандартный базовый шаблон. То есть сама среда предлагает ряд шаблонов. То есть для игр, для там, дополненной реальности. Мы с вами создаем просто такое достаточно простое приложение. Назовем его просто to-do. Просто to-do пускай. Ничего не используем. Язык Swift. Отлично. Нам нужно выбрать, куда мы его сохраним. Сохраним в папочку экспериментов. Я разверну пошире Xcode. Сейчас посмотрю, правильно ли у меня стоит шрифт. Шрифт нужно поставить побольше, чтобы вам было хорошо видно. Наверное, как-то вот так. Скажите, нормально ли видно, тоже в комментариях, хорошо ли читается. Если нет, то тогда тоже что-то буду придумывать. Собственно, вот так выглядит, в принципе, проект в Xcode. Слева менюшка с разными файлами и настройками. То есть сейчас мы находимся в файле кода. Тут сразу генерируются два файла с кодом. Генерируется один файл с интерфейсом. Я его нажал, сейчас он прогрузится. То есть вот, собственно, экран интерфейса приложения. Есть специальная папочка, которая называется Assets. То есть это все всякие картиночки, ну, всякие именно ну, изображения, которые нужны для приложения. Есть еще один дизайн-экран Launch Screen. Это экран, который показывается во время запуска приложения. И есть еще специальный файл InfoPlist. В нем хранятся настройки. И точно так же его можно посмотреть на основных настройках, зайдя в Info. И здесь тоже есть еще всякие General, Capabilities. Но мы не будем особо сюда погружаться. В общем, очень много разных настроек для проекта. Что мы с вами сделаем? Мы начнем с вами с интерфейса. Мы с вами создадим два экрана. То есть, в принципе, как будет выглядеть приложение? Будет экран один, это список задач, которые нужно сделать, и один экран, в котором мы будем создавать эти задачи. Все очень просто. И на том же экране мы будем, на самом первом будем их видеть, и можем их выполнять, и они будут сразу удаляться. Для этого нам с вами нужно
закинуть новый экран. Закидывается он очень просто. Мы просто берем view-контроллер, перетягиваем, кладем, все, вот у нас есть уже два экрана. Мы с вами сделаем здесь на первом экране табличку. Это у нас table view. Table view. Мы его с вами перетягиваем. Растягиваем на всю ширину, на почти всю высоту. Оставим только немножко места для кнопки «Добавить», «Создать новую задачку», наверное, так будет называться. Кнопка, вот, собственно, элемент. То есть сейчас мы даже с вами ничего не программируем, накидываем интерфейс, и я даже запущу приложение, посмотрите, что, в принципе, даже и так уже что-то работает, даже без какого-либо знания языка программирования. Кнопка будет называться «Создать задачу». «Создать задачу». И я прямо в интерфейсе скажу, что по нажатию на нее будет открываться новый экран. Для этого я удерживаю Ctrl, левую кнопку мыши, и от кнопки начинаю вести к другому экрану, отпускаю, выбираю Show. Это означает, что по нажатию на эту кнопку должен открыться этот экран. Можно поставить в нем какой-нибудь фончик. Все настройки view элементов, то есть компонентов, которые мы сюда с вами добавили, оно происходит на правой вкладке. И здесь, соответственно, в зависимости от того, какой компонент сейчас выбран, показываются настройки для этого компонента. То есть для кнопок свои разные настройки, для табличек свои, для там обычных таких базовых view элементов, ну, попроще свои, там только цвет, прозрачность и плюс-минус все. Можем выбрать цвет какой-нибудь зелененький, чтобы было видно, что что-то работает, и запустить с вами на каком-нибудь iPhone 8. В принципе, то есть мы с вами уже начали создание приложения, уже сделали два экрана и переход между ними, и даже не написали ни одной строчки кода. Достаточно прикольно. Пока запускается симулятор, то есть вот так выглядит симулятор, он какое-то время первый раз при его открытии инициализируется, прогружается, показывается значок Apple, потом в него симулируется установка приложения, как только это происходит, она запускается. То есть, в принципе, здесь уже есть иконка приложения, так выглядит, если что, приложение, у которых не выставлена специальная иконка. Загружается, сейчас пока показывается лаунч-скрин, тот самый белый. И вот, собственно, попали мы на первый экран таблица и создать задачу. Нажимаем создать задачу, попали на зеленый экран. В принципе, уже все работает. На экране зеленом что нам нужно? Нам нужно на самом деле что? Текстовое поле, куда мы будем вписывать название задачи. Ну, мы сейчас прям с вами делаем все прям очень просто. Просто текстовое поле и кнопку. Кнопка будет называться «Создать задачу». «Создать задачу». И нам с вами нужно какую-нибудь кнопочку добавить. Обычно это делается какой-нибудь симпатичный крестик дизайнером. Но я не дизайнер, поэтому я просто напишу «Закрыть». «Закрыть». Собственно, если мы вдруг передумали создавать задачу, мы просто нажмем на «Закрыть». В текстовое поле мы можем поставить placeholder. Введите название задачи. То есть это тот самый текст, который показывается в текстовом поле, пока сам пользователь ничего в него еще не ввел. То есть, в принципе, очень много всяких прикольных штук уже реализовано, так сказать, из коробки. То есть вам не нужно много с чем заморачиваться, потому что за вас заморочились ребята из Apple, очень много всего крутого сделали. И, ну, я на своих лекциях со своими ребятами все прям детально разбираю, все прям показываю прям по каждому компоненту. Сейчас это такой прям мини-мини экскурс в то, как это выглядит. Окей, то есть мы добавили текстовое поле, мы добавили кнопки. Что нам теперь нужно, как вы догадываетесь, нам... перед тем, как мы перейдем к коду, я еще создам специальную ячейку, в которой будет показываться наша задачка. Что мы в нее добавим? Ну, точно в ней должен быть лейбл. Ну, то есть текст, в котором мы будем выводить название, то, что ввели на экране создания задачи. Ну, может быть... какой-нибудь типа кружочка, который будет показывать, что типа это такой to-do элемент. Мы с вами заодно увидим, как можно верстать в коде view элементы. View они внизу. Мы его перетянем. Это будет квадратик, наверное, 20 на 20. Изначально в 0,0. Наверное, чуть побольше. 24 на 24. Мы его сейчас чуть-чуть перетянем.
Обратите внимание, тут появляются такие синие полосочки, так называемые гайды, которые помогают центровать разные view-элементы относительно других элементов, то есть по центру ячейки, по центру лейбла. В общем, Xcode нам как может помогает со всем, чем только возможно. Отлично, нам сейчас нужно с вами будет создать специальный класс ячейки, так называемый, с помощью которого мы будем с этой ячейкой взаимодействовать. Даже это будет не просто Swift-файл, это будет какого-то touch-класса. И это будет UE-TableView-Cell. И это будет называться to-do-TableView-Cell. Все, создаем. Обратите внимание, Xcode за нас уже создает много кода, правда, часть из него лишняя. Обычно я просто его убираю. Но иногда он бывает полезный. Окей, что нам нужно сделать? Это нам нужно самой ячейке сейчас сказать, что тот файл кода, который мы создали, с ней связан. Для этого мы переходим на третью вкладку в настройках. Здесь вводим to-do table view cell. Все, ячейка теперь знает, что она принадлежит именно вот этому файлу. И нам нужно еще задать ей идентификатор, с помощью которого мы будем к ней обращаться тоже в коде. Я обычно всегда задаю его точно таким же, как название класса, если, ну, в большинстве случаев, не во всех. Хорошо. Что нам нужно сделать? Нам теперь нужно эти view-элементы связать с кодом в ячейках. В принципе, сейчас, если есть какие-то уже появляются вопросы, вы можете задавать, и я тоже сделаю небольшой перерывчик, и вам на них отвечу перед тем, как мы прям погрузимся в код. Воспользуюсь служебным положением и спрошу. Вот тот функционал, который ты сейчас показал, потому что, ну, мне кажется, это определенного рода магия по сравнению со всеми нашими предыдущими вебинарами, где мы пилим код. Здесь просто туда-сюда, вот, пожалуйста. Вот, да, она, в принципе, да, туда. Это было с самого начала того, как появился Xcode, или со временем наращивался этот функционал, и с начала все равно было много кода? Функционал постоянно наращивается, то есть каждый год выходит новая версия Xcode, выходит новая версия языка Swift, где они его чуть-чуть улучшают, иногда сильно улучшают, но интерфейсная часть, насколько я помню, а я помню 7,5 лет, она была с самого начала моего опыта. Может быть, это не был еще не самая первая версия Xcode, может быть, в начале и не было, хотя мне кажется, с самого начала. И, ну, увеличивается количество элементов, то есть те же самые таблички, по-моему, они не... А, нет, они с самого начала. Но всякие более сложные элементы, там коллекции, stack view, они появляются со временем, то есть Apple дает больше инструментов для разработчиков, упрощает им жизнь и делает нас счастливее. Спасибо им. Так, Эрик Шакиров спрашивает, правда ли, что документация под iOS меньше, чем документация Android? Ну, я не сравнивал. Скажу так, что документация от Apple достаточно неплохая, но очень много очень крутых ресурсов, которые дают прям исчерпывающую информацию по тому, как учиться, как разрабатывать. И, в принципе, на самом деле, один из них – это как раз курс, который я, собственно, и веду в Skillbox'е, где я прям по полочкам все раскладываю и рассказываю про то, как программировать под iOS. Супер. Алексей Филатов спрашивает. У Skillbox есть курс дизайн мобильных приложений. А нужен ли он мобильному разработчику, чтобы, например, мобильные приложения не только кодить грамотно, но и чтобы еще и выглядели красиво? Или дизайн – это целая отдельная профессия, и программисту туда лучше не лезть? Алексей, ну, вопрос, опять же, цели и задач. Если вы хотите в соло сделать какие-то интересные проекты, то да, я думаю, дизайн вам потребуется, если вы хотите самим разобраться в этом. Но мне кажется, лучше с коммерческой точки зрения ответит генеральный директор компании. Как обстоят дела с дизайном? Есть ли у тебя кто-то из программистов, кто еще и рисует дизайн? Или все-таки каждому свое? Мое мнение, что если ты, в принципе, понимаешь принципы дизайна, в принципе, разбираешься верхнеуровнево, это круто. Но круто уметь рисовать и круто уметь программировать, мне кажется, это, ну, практически невозможно, потому что объем знаний для того, чтобы стать крутым программистом и крутым дизайнером, он очень огромный, и с каждым годом он увеличивается, потому что выходит новая версия Xcode, выходит новая версия языка, выходят еще какие-то инструменты, выходят библиотеки разные от сообщества. И мне кажется, что чисто физически, во-первых, даже достаточно сложно за всем этим следить, и в дизайне, ну, нормально следить в одной области, то есть времени хватает, но в двух областях это проблематично. Это первый момент. А второй, все-таки такое мое личное мнение, что это немножко разные типы мышлений у дизайнеров и программистов. То есть
Ну, немножко по-разному они видят мир. Может быть, я просто не встречал, но я встречал много людей, и я не видел таких людей, которые могли бы круто и в дизайн, и в приложении. Поэтому я все-таки рекомендую понять, что ближе, что лучше, и на нем фокусироваться. Хотя общие какие-то знания хорошо иметь и в смежных областях. Никита Савастьянов задает следующий вопрос. Здравствуйте. На что больше делать упор? На изучение языка или сразу на Xcode? Мне кажется, как бы оно все вот друг с другом неразлучно. Все важно, прежде чем окунаться прямо в среду разработки, нужно иметь базовое хотя бы понимание, представление о языке. То есть именно поэтому я на своих лекциях, сначала у меня несколько первых модулей, я погружаю именно в язык, чтобы было его понимание. Потому что вы придете в среду разработки, не зная язык, будет достаточно трудно и не очень понятно, что как делать. Поэтому мне кажется, что все нужно знать, и среду разработки, и язык программирования, но при изучении в первую очередь это язык программирования. Спасибо огромное. Хотя бы база. И я думаю, крайний вопрос в этом цикле. Сергей Смелый спрашивает, как сделать цвет X-кода черным? Цвет X-кода черным сделать просто. Нужно просто установить самую последнюю Mac OS Mojave. И на ней, собственно, есть режимы ночной и дневной, и в ночном режиме Xcode черный. На предыдущих версиях Mac OS никак. Насколько я знаю, может быть, какими-то сторонними плагинами. Интересная история. Вот если там нужно заслужить его, нужно получить приглашение. После 7 лет опыта, да, он сам становится черным. Когда 5 лет кодишь, тебе приходит письмо на mail, ты приезжаешь, тебе дают специальную версию. Программист Apple в Cupertino, да, сидит, тебе настраивает его под черный цвет. Я вам рассказываю, как это сделать проще, без 5 лет. Супер, спасибо большое. На этом вроде пока все. Я думаю, все готовы. Огонь. Тогда, собственно, переходим к коду. Мы остановились на том, что нам нужно связать ячейку с кодом, чтобы мы могли с интерфейсом работать из кода. Для этого мы в параллельной вкладке открываем файл кода. Для этого просто удерживаем Alt и нажимаем на файл, и он открывается во второй вкладке в Xcode. Удобнее, конечно, это намного, когда есть iMac, и на нем все прям широко видно. Но, собственно, чем сейчас располагаем, на то мы пишем во время трансляции. Что мы соединяем? Нам нужно соединить вот этот view элемент. Мы его сюда перетащим. Это у нас будет просто checkbox view. Это мы сейчас таким образом создаем связку между интерфейсным элементом и кодом. То есть мы говорим, по какому имени через код мы будем обращаться конкретно к этому элементу. И, собственно, там точно так же нам нужно создать ссылку на наш лейбл. Будет называться text-label. Или to-do-label, наверное. To-do-label. Всегда, на самом деле, такой принцип нейминга у элементов, то, что вначале мы пишем его суть, его смысл, то есть это checkbox или to-do, и в конце мы пишем, собственно, сам тип элемента, с которым мы соединяем код с интерфейсом. То есть здесь это view, здесь это label, и таким образом легко, приятно ориентироваться в коде. Хорошо, окей, это мы сделали. Сразу, на самом деле, можем сделать все, что нам остальное нужно. Это нам нужно сказать нашей таблице, что данные она будет брать из своего view-контроллера. Это, говорим, что это будет view-контроллер data source этой таблицы. Нам нужно создать еще один view-контроллер. Что такое view-контроллер? Это файл кода, то есть вот он, как он выглядит. Изначально совсем практически ничего нету. Но он является таким мостиком между интерфейсом и кодом. То есть один файл ViewController отвечает за один вот такой вот файл интерфейса. И он его настраивает, он его заполняет данными, обрабатывает нажатие кнопок и так далее. Изначально из коробки у нас уже был создан один интерфейсный экран и один файл ViewController, они уже были связаны. Мы с вами создали второй файл интерфейса, и нам тоже нужно его связать с кодом. Для этого нам просто нужно создать второй ViewController. Мы пишем, что это UIView тип контроллер, и это будет create to-do view controller. В iOS такая тема, что, в принципе, не то что терпимо, но даже с предпочтением относится к длинным названиям в пользу ясности. То есть, в принципе, create to-do view controller – это нормально. Иногда они пишут view, иногда просто create to-do controller. Но это дело вкуса уже. Удаляем все, что нам не нужно.
Create Удовью контроллер мы сделали, теперь нам нужно в интерфейсе сказать, что вот этот экран, он теперь является Create to do view controller. Просто прописываем и все. Таким образом говорим Xcode, что они связаны. Хорошо. Давайте начнем последовательность с этого экрана. Нам тоже нужно его связать с кодом, точно так же, как мы связали ячейку. Для этого мы связываем нашу таблицу, тоже берем ее, удерживаем Ctrl, левую кнопку мыши, перетягиваем в код, называем, ну, просто table view. Так как таблица одна, мы можем себе такое позволить. Table view. Отлично. Больше, на самом деле, ссылок нам здесь не нужно. Также нам нужно create to do view controller, потому что здесь нам нужен будет уже доступ к текстовому полю. Это будет у нас to do text field. И у нас будет кнопка create to do. Да, она будет чуть ниже. Добавим место. Что такое IBOutlet? IBOutlet — это ссылка на view-элемент в интерфейсе. То есть, таким образом мы связываем код с интерфейсом, и какие изменения мы в коде производим с этим элементом, сразу же они отображаются и в интерфейсе. Для кнопок нам не нужно делать IBOutlet, нам нужно сделать обработку их нажатия. То есть, это уже не ссылка на сам элемент, а как бы ссылка на событие, которое происходит в момент нажатия. Начнем с кнопки «Закрыть». Сразу Xcode предлагает action, то есть события. События Touch Up Insight, их тут достаточно много, но в 99 случаях вам нужен именно Touch Up Insight, когда пользователь нажал и отпустил палец над этой кнопкой. То есть подтверждение того, что он именно это и хотел сделать. Назовем это просто close. И нам нужно IB action под create to do. Отлично. В принципе. Почему ты выбрал именно яблоки, а не Android? Все очень просто, мне кажется, как и у большинства мобильных разработчиков. Определяется то, куда ты пойдешь, тем, какой марки телефон у тебя в кармане. Все, ладно. Я думал, какая-то предыстория о том, что... Нет, обычно у тебя тот телефон, который лежит в кармане, под него ты и хочешь программировать, чтобы просто иметь возможность и потыкать у себя, и показать друзьям, и... Потому что какой смысл, если у тебя iPhone, тебе программировать под Android, ты даже не покажешь. Никому и сам у себя не протестируешь. Не, это обычно так, не всегда, но обычно. Спасибо. Окей. Итак, соответственно, мы с вами в ViewController. Нам нужно, прежде чем мы начнем заполнять таблицу данными, мы создадим так называемую модель данных. То есть в то, в чем мы будем хранить наши to-do задачки. Создадим Swift-файл, назовем его просто to-do-model. Это будет у нас класс to-do-model. Обратите внимание, как Xcode сразу все подсказывает, достаточно быстро, красиво. Вообще, в принципе, сам по себе Swift очень красивый язык. То есть я это говорю как человек, который знает больше 10, по-моему, около 12 языков, я уж сбился. 4 из них знает прям очень хорошо. На мой субъективный взгляд, Swift прям самый симпатичный и приятный в использовании язык. Честное слово. Окей. Мы создали с вами модель, и она будет просто хранить себе данные, то есть в нашем случае это просто будет хранить себе текст. Мы могли бы на самом деле сделать сразу массив из строк, но будем делать с вами по красоте. Все как нужно. Давайте. Нет, пускай это будет все-таки класс. И обратите внимание, что в Swift очень многие ошибки, которые в других языках просто показываются как варнинги. В Swift это прям ошибки. То есть сейчас я даже не смогу запустить код без того, чтобы создать инициализатор, потому что у текста нету изначального значения и нету инициализатора. Но мы с вами можем поступить проще, можно просто сказать, что по умолчанию текст равен пустой строке. Тут тоже очень важный момент для тех, кто... Я вот не знаю, напишите, есть ли те, кто смотрит эту трансляцию с бэкграундом в других языках. Напишите, мне очень интересно, потому что есть языки, в которых ты обычно либо указываешь типы переменных, строго типизированные, либо есть языки, как правило, которых ты
явно не указываешь тип, и это не строго типизированные языки. Так вот, Swift – это язык, которым ты обычно не указываешь тип, но в то же время он строго типизированный. Uh-huh. То есть, сам компилятор на основе того, что мы здесь написали, что, ну, как бы, две кавычки – это, понятно, для него дело, что это строка, и таким образом он сразу определяет, что текст – это string. И мы уже не сможем присвоить число или там что-либо угодно в этот текст. И, соответственно, так как значение по умолчанию есть, то инициализатор, в принципе, ты и не нужен. Окей. Хотя, на самом деле, можем написать. Чего уж там мелочиться. Текст, string и self. Текст равен текст. Окей. В нашем view-контроллере у нас будет массив to-do items. Назовем его так. To-do model равен пустота изначально. То есть, вот так вот выглядят массивы в языке Swift. Мы просто пишем... Вообще все перемены, как вы могли, может быть, уже заметить, они вначале имеют var, могут быть еще иметь let. То есть, Swift, он заточен на то, чтобы мы с вами в первую очередь думали о том, переменная или константа. То есть, вообще предпочтительнее, если мы не планируем изменять, то пускай это будет константа. И таким образом мы легко можем писать либо var, либо let. И таким образом это будет либо переменная, либо константа. А тип уже не обязательно, не всегда обязательно указывать. Иногда достаточно присвоить начальное значение, и по нему понятен тип. Так вот, ну, для массивов, понятное дело, без каких-то изначальных элементов не понятен какой тип, поэтому мы указываем, что это массив to-do model. Окей, изначально он пустой. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать extension у view-контроллера, где мы скажем, что это table view data source. То есть он предоставляет данные для таблицы. Тут очень много методов разных интересных. Нас сейчас интересует всего два. Это методы, которые... Вот. Методы, которые говорят, сколько в принципе ячеек в таблице. И это, собственно, to-do items count. Сколько у нас элементов в массиве, столько у нас и должно быть ячеек. И следующий обязательный для реализации элемент – это, собственно, сама ячейка, ну, создание самой ячейки под конкретный индекс у таблицы. То есть таблица у нас сама запрашивает, какие ячейки ей под каким индексом показывать. И здесь мы как раз этим, внутри этой функции и занимаемся. То есть мы пишем let cell, table view, dq, reusable cell, with identifier, s, как она у нас называется, to do table view cell. И идентификатор, как вы помните, мы такой же здесь и написали. То есть, таким образом мы из нашей таблицы создаем ячейку с тем интерфейсом, который мы в интерфейсе задали, и тем классом, который мы этой ячейке прописали. И здесь мы, собственно, просто ее возвращаем. Перед тем, как мы ее вернем, мы должны, собственно, ей в text-label текст передать то, что у нас и должно там отобразиться. Для этого мы в to-do items по... Индекс pass row, не random element, а row. Индекс pass. Давайте посмотрим. Table view. Окей. Индекс pass. Так, item. Row. Все правильно. А что он ругался? Ну ладно. Окей. В общем, мы из нашего массива по индексу нужному достаем элемент и из него забираем текст, который должен отобразиться в ячейке. Есть какие-то вопросы? Нет, нет. Прости, просто не мог просто... Просто вот простецкая простота. Алексей пишет, какая же классная, приятная и красивая среда разработки. После лагающей Android Studio просто сказка. Ну, скажу честно, в Xcode тоже бывают какие-то лаги, баги, но, в принципе, это, да, действительно достаточно приятная среда разработки. Мне, по крайней мере, нравится. Нам также нужно checkbox view сделать чуть посимпатичнее. Для этого мы ему сделаем corner view layer, чтобы, в общем, это был такой кружочек. А для этого мы делаем layer corner radius. Мы ему сделали, по-моему, ширину 24, если я не ошибаюсь.
мне кажется, я не ошибаюсь, 24. Значит, корень радиус должен быть половина ширины, то есть 12. Тогда сам view-элемент будет полностью круглый. И можно задать ему какой-нибудь еще на самом деле... А, нет, сам он будет белый, у него будет такой обводка. Для этого мы сделаем cell, check, box, view, тоже layer, border, width, единичка. Ну, то есть, это ширина рамки. И check, box, view, layer, border, color, не bounce, а border, color, будет серенький. Соответственно, это UI color, gray, CG color. Отлично. Собственно, так мы сейчас задали, сколько у нас должно показываться ячеек и как они будут показываться, как будет отображаться. Но пока у нас еще массив пустой, собственно, и отображаться ничего тоже не будет. Для этого, на самом деле, сразу можно уже подготовить создание нашей модельки. Для этого нам нужно научить наш первый экран получать информацию от второго экрана о том, что задача создана. Для этого мы создаем так называемые делегаты. То есть такой паттерн проектирования, может быть, кто-то знает. Будет называться to-do create delegate. И на самом деле он будет по-хорошему написан не здесь, а в create to-do view controller. Протокол to-do create delegate. И просто функция create, не create даже, а add to-do, to-do, и здесь у нас to-do module. Отлично. И у этого класса, у него будет, у нашего контроллера второго, который создает задачу, у него будет делегат с типом to-do create delegate, в который он как раз будет сообщать о том, что задача создана. Для этого мы в createToDo просто вызываем delegate addToDo. Здесь у нас создается toDo module с текстом из toDo text, нет, из toDo textField .text. В общем, мы из нашего textfield достаем его текст, то есть то, что там написал пользователь. Из этого текста создаем toDo модель. И эту to-do модель мы отправляем делегату, то есть конкретно в нашем случае это будет наш изначальный первый экран. Для чего это нужно? Для того, чтобы принцип, то есть как бы всегда лучше писать сразу правильно, сразу красиво. По идее, этим экраном, который создает to-do, могли бы пользоваться несколько экранов разных. То есть разных можно было бы создать там разный to-do, например. И тогда бы каждый этот экран смог бы воспользоваться этим экраном. Мы бы у каждого из них написали, что этот экран, то есть на примере этого экрана, он реализует to-do, как это называлось, to-do create delegate. To-do create delegate. И в нем есть, соответственно, функция addToDo. И все, собственно, этого достаточно, чтобы они могли работать с этим экраном. У нас нет прям какой-то жесткой завязки между экранами, все достаточно гибко. И при создании добавления тудушки, что нам нужно сделать, это просто в наш массив todo items append, не content of, а просто new element, и это будет todo. Отлично. Также в create todo, на самом деле и при создании todo, и при нажатии закрыть, логично, чтобы экран закрывался. Для этого мы просто делаем, вызываем функцию dismiss, говорим анимированный или нет, и completion нам не важен. Просто два раза это повторяем. То есть и при создании, и при нажатии на кнопку close будет закрываться у нас экран. Обратите внимание, то есть мы вот эта вот анимация и всплывание окошка, и закрывание, мы ни строчки кода лишнего не написали, чтобы это произошло. Показ происходит анимированно, и закрытие тоже происходит анимированно, потому что, ну, будет происходить анимированно, потому что мы просто сказали, что да, да, должно быть анимировано. И, в принципе, все. Вообще, очень много прикольных, крутых вещей. То есть я изначально перешел сюда, уж даже не помню, с какого языка, и для меня был прям шок, как легко и просто можно делать какие-то достаточно сложные анимации в iOS. И это прям, ну, реально прикольно. Это вы еще не видите рук Никиты. На самом деле, когда он сказал, написали строчек кода, он немножко слукавил, потому что все, что я слышу, это раз, два, три, строка.
Раз, два, три, строка просто. Раз, два, три, строка. Раз, два, три, строка. Да, да, эти строки, на самом деле, буквально там, ну, вы, наверное, видели, несколько символов OIM, Xcode сам предлагает, то есть он нам максимально экономит времени, и сам Xcode, и сам язык Swift. То есть, что только может, он на себя берет. Окей. В принципе, для этого экрана это все, что нам нужно. На этом экране, после того, как мы добавили новый элемент массив, нам нужно сказать, чтобы таблица перезагрузилась. То есть, ну, отобразила новые данные. Для этого мы просто вызываем table new reload data. Все очень просто. Последнее, что нам осталось, да, в принципе, наверное, можем запустить, а нажатие и удаление ячеек, это мы сделаем уже чуть позже. Проверим, в принципе, ли работает сейчас все как нужно. А, да. Один момент последний, который мы еще не написали, это функция, так называемая prepare for segue. Это функция, которая вызывается перед переходом на следующий экран, и как раз можно провзаимодействовать со следующим экраном. То есть нам перед тем, как следующий экран, то есть экран создания тудушки откроется, покажется, нам нужно сказать, чтобы он делегировал создание вот этих туду элементов именно нам. То есть сейчас вот этот делегат никто не задает. То есть вот здесь вот то, что без тех строчек, которые мы сейчас напишем, это просто было бы, ну как, отправка в пустоту. Мы бы ничего не делали, и тудушка бы не создавалась. Для этого что мы делаем? Мы делаем if. Вообще, правило хорошего тона – это всегда всем сегвей. Сегвей – это переход, то есть вот это и есть переход, так называемый сегвей. У них могут быть идентификаторы, по которым мы будем понимать, что это, ага, это именно этот переход. Сейчас у нас он один, но все равно не буду прививать вам неправильных привычек, покажу сразу, как это правильно делается. По сути, это будет переход, мы назовем, не знаю, create to do. Окей, у нас есть этот идентификатор. И теперь в prepare for segue мы пишем if let, напишем vc, segue, destination, s, create, todo view controller, запятая, segue, identifier, равен, create todo. И если это так, можно даже на разных строчках, чтобы это было симпатичней. Кстати, Swift – один из немногих языков, где вы не обязаны писать круглые скобочки в условиях, но вы обязаны писать фигурные скобочки, которые ограничивают спектр действия условия. Потому что Apple тоже анализировал, увидел, что очень много бывает ошибок из того, что программисты изначально написали условия, и к нему только, ну как во многих языках разрешено написать условия, и если всего только одна строчка после условия должна выполниться, то вы типа не обязаны писать фигурные скобочки, то есть ограничить спектр действия этого условия. И многие, во многих ситуациях, во многих случаях, и бывало даже на каких-то прям критических программах, люди буквально забывали про эту тему, то есть они написали, ну, они не написали фигурные скобочки, они написали одну строчку кода, для условий все работало хорошо, а потом в какой-то момент что-то нужно было изменить, и они просто дописали следующую строчку кода к условию. И она, соответственно, будет выполняться всегда, вне зависимости от условия. И, ну, не всегда это фатально, но иногда это были какие-то фатальные прям ошибки, которые приводили к серьезным последствиям. И Swift в этом плане, он максимально защищенный язык, он как бы приводит вас, иногда даже заставляет использовать прям самые такие правильные, защищенные, можно даже так сказать, практики программирования. И одна из них – это такое обязательство, то, что у всех условий мы обязаны писать фигурные скобочки. Без этого просто не скомпилируется программа. Окей. То есть, что мы здесь написали, это мы здесь убедились, что мы переходим на экран Create to Do View Controller, и, собственно, идентификатор у него именно такой. В нашем случае достаточно было бы, на самом деле, написать вот этой строчке, потому что у нас переход только один, но правило хорошего тона, вдруг потом какой-то программист допишет, тоже переход на этот экран с другой какой-то целью, и без вот этого, собственно, программа может теоретически как-то упасть. Поэтому лучше всегда сразу писать все хорошо. Тратить, не знаю, на 10 секунд чуть дольше и не тратить там часы на то, чтобы потом и сотни ночью... тысяч долларов, да, штрафы. А с точки зрения бизнеса, да, десятки и сотни тысяч долларов, рублей, там всегда по-разному. Окей. Собственно, внутри этого блока мы знаем, что мы переходим на этот экран, и мы можем ему сказать vc delegate self. То есть, следующий экран, уведомляй меня о том, что будут добавляться тудушки. И, в принципе, можем с вами запустить, посмотреть, нигде ли мы не ошиблись.
50 на 50 обычно это бывает с первого запуска. Все бывает идеально, бывает не идеально. Давайте напишем стандартную, банальную программистскую hello. Не переключается на английский. Ну это здесь должно. Ну ладно. Напишем по-русски. Хэллоуин. Ну пускай будет Хэллоуин. Хэллоуин мир будет у нас. Создать задачу. Она вот здесь наложилась. Нам надо посмотреть, что-то мы не сделали в интерфейсе не так. Лейбл. Очень крутой инструмент. Хэллоуин мир. Называется в Xcode ViewDebugger. Я его сейчас вам покажу. Он позволяет анализировать view-элементы прям красиво в 3D-мире. То есть вот сейчас у нас отобразился наш интерфейс. И, внимание, вот его 3D-разложение. То есть здесь еще остался какой-то лейбл. Хэллоуин мир. Я, кажется, знаю, в чем причина. В том, что мы передаем данные не туда. Мы передаем в не те, да, мы передаем в текст лейбл, а нам нужно передавать в нашу, в to-do лейбл. Мы каждый месяц проводим опрос наших студентов, и ты мне можешь объяснить, почему удовлетворенность по твоему курсу там одна из самых больших, порядка 94, по-моему, процентов. Это запугивание? Это что? Как ты это делаешь? Честно скажу, я впервые это услышал. То есть мне просто до этого не сообщали цифру. Очень приятно. Наверное, потому что, с одной стороны, я стараюсь в чате. То есть у нас, кто не знает, у нас есть чат. То есть все студенты, которые приступают к курсе, они добавляются в Telegram-чат с другими студентами, со мной, с кураторами. Они могут задавать какие-то вопросы, в принципе, по iOS-разработке. Я стараюсь тоже достаточно оперативно отвечать. Может быть, в этом причина, может быть, в том, что я... В принципе, я достаточно долго и давно рассказываю про iOS-разработку. Я себя в компании обучал достаточно много людей, прежде чем перейти на вот это вот публичное обучение. И, в принципе, у меня есть такое достаточно неплохое структурное понимание, какой последовательность лучше преподносить материал. И в этих курсах как раз я это реализовал. Плюс, мне кажется, что, в принципе, наверное, не так плохо я говорю. Наверное, не так сложно меня слушать. Лекции, мы их всегда бьем, прям совсем за редким исключением, такие небольшие прям блоки, то есть обычно до 15 минут. И поэтому есть возможность там 15 минут перерыв. Всегда бывает, там такие небольшие перерывы включил. Вот эту небольшую часть модуля прослушал ее и, пошел дальше какими-то делами заниматься, наверное, тоже, может быть, еще в этом. Но я все равно найду человека, которого ты хотя бы один раз запугал, потому что очень красиво говоришь. На самом деле так, действительно. Спасибо тебе просто в очередной раз за курс. Спасибо. А так, конечно, на самом деле, я их запугиваю, в Телеграме прошу. Зафиксировали на камеру, пожалуйста. Окей. Собственно, давайте еще раз проверим. У нас будет Хэллоуин мир 2. Потому что второй запуск. Отлично. Вы видите, здесь есть такой кругляшок, есть Хэллоуин мир 2. Можем создать еще один, Хэллоуин мир 3. Создать задачу. И вот они здесь все виднеются. Единственное, что бы я сделал еще, прежде чем двигаться дальше, это убрал бы вот эти вот непрофессиональные полосочки чуть ниже. Не все знают, я сам... Когда в первый раз с этим столкнулся, мне кажется, потратил часа 4, чтобы найти решение. В итоге оно на самом деле элементарное, в одну строчку делается. И много на самом деле таких вещей, которые лично я сам в своей жизни тратил дни, недели, часы на то, чтобы найти это решение. И буквально, не знаю, за минуту рассказывать там свой курс. Ну, это такая минутка пиара. Да я думаю, у всех была история, когда в половину пятого на каком-то вьетнамском форуме какой-то немец отвечает тебе на твой вопрос, и ты забываешь записать это решение, но вот это вот 20 секунд эйфории от того, что да, я понял, ты просыпаешься утром, смотришь свои записи и думаешь, что я понял, и новый цикл, и ты вновь возвращаешься к вьетнамскому форуму. Но фиксируешь, да. Вьетнамские форумы достаточно редко бывают, но принцип такой, да, достаточно часто. И такое не очень очевидное решение, то есть у таблиц нет такой функции, типа, убери вот эти вот полосочки ниже ячеек, которые нужны, просто задается table footer view как пустой UI view. И мы сейчас запустим, увидим, что лишних полосочек не будет. Такие маленькие. То есть изначально вообще получается полосочек нету. Создадим одну первую задачу, и вот будет только первая задача, и там только под ней черточки. То есть так намного симпатичнее. Что нам нужно сделать, это теперь обработку нажатий. То есть по нажатию мы просто будем удалять задачу. Все очень просто.
Для этого мы должны сказать, что наша таблица теперь не только должна будет забирать данные из нашего U-контроллера, но и сообщать ему о своих событиях. Для этого мы берем таблицу, также переносим. Кто-то, может, заметил, что здесь еще есть Delegate. Мы теперь нажимаем на него и говорим, что да, теперь таблица должна и делегировать свои события. Мы это здесь можем дополнительно написать. Table View Delegate. Мы на него переходим, забираем из него самый банальный. То есть тоже событий, о которых таблица тебе вам в коде может сообщать, их много. Часто они бывают нужны, но самый базовый, самый попсовый, самый популярный – это просто событие нажатия на ячейку. И вот он самый первый тут есть, начиная с iOS 2, как только вышел Xcode. Уже он, собственно, и был реализован. Все остальные, обратите внимание, такой тоже available iOS 6.0 и так далее. Это, собственно, те методы, начиная с какой версии iOS они появились. Мы просто копируем этот метод, возвращаемся в наш view-контроллер, его сюда добавляем, и здесь пишем, как мы будем обрабатывать нажатие на ячейку. Все очень просто. Мы просто будем из нашего to-do items, мы будем remove add IndexPath.row. То есть по индексу ячейки, на которую нажали, мы из нашего массива и будем удалять. Сначала я предложу сделать просто reload data, то есть будет просто быстрая перезагрузка. Сейчас мы с вами это увидим, как выглядит. И дополнительно с вами покажу вам, как это можно сделать анимированно, чуть красивее. То есть вот там первая у нас задачка. Создать задачку. И почему отвалилось? Table view. Reload data. Окей. Если мы это уберем. Давайте проверим. Еще очень прикольный инструмент отлаживания. Называется breakpoint. В принципе, их можно так поставить. Они здесь выглядят. И в тот момент, когда код дойдет до выполнения этой строчки кода, собственно, само выполнение остановится, сама программа замрет и покажет вам, что она дошла до сюда. Окей. Давайте посмотрим. Создать задачу. Да, мы здесь оказались. Переходим дальше. Мы на самом деле даже можем здесь вывести в лог, в консоль, что у нас хранится в каких-то переменах. То есть мы можем вывести, что у нас вообще есть в to-do items. Один элемент, окей. Хорошо, reload data. Можем посмотреть, идем ли мы еще дальше, создаются ли ячейки. Да, мы сюда пришли. Отлично. И почему-то еще срабатывает нажатие. Вот это интересно. Знаешь, вот за что я люблю вебинары по программированию? За то, что всегда бывает неожиданность. Всегда, да, что-то может вылезти, и это круто, потому что это, ну, правда жизни. Ну, то есть, знаешь, есть такие лощеные прям мероприятия, когда и вот мы здесь, нет, как бы, ребят, вот такие суровые будни. Если позволишь, пару вопросов бы еще. Да, да, конечно. Может быть, ошибка как-то сама устранится. Андрей пишет: привет, такой вопрос. Нужен ли iPhone для тестирования приложений или достаточно эмулятора? Если да, то ответь, пожалуйста, поподробнее. Смотрите, хороший вопрос. На самом деле, то есть это не эмулятор, это симулятор. То есть для тех, кто не знает, в чем разница, эмулятор, он как бы реально, он работает прям реально как iPhone. То есть он прям будет выглядеть один в один. Симулятор отличается от эмулятора тем, что он только симулирует работу реального устройства. То есть у него там другая начинка, другой код, и он просто, ну как, показывает, как это должно выглядеть. И в 1-2% случаев разница может быть существенна. В каких-то специфичных случаях, особенно это какое-то видеоредактирование и так далее. Для каких-то простых приложений, особенно если там нету каких-то прям хардкорных вещей, как правило, тестирование на симуляторе достаточно. Хотя, по факту, если вы планируете выпускать продакшн-приложение, всегда нужно, да, протестировать, ну, если это что-то более-менее серьезное, всегда нужно протестировать на реальном хотя бы там одном устройстве, а лучше на многих. На пятерке, на там какой-нибудь восьмерке, на восьмерке плюс, на десятке или там десятке, там, это S Max, потому что разные экраны, разная специфика, где-то что-то может вылезти. И, ну, это реалии жизни.
На тему реальной жизни немного ненависти в этот огород любви. Ну? Вопрос. Иногда бывают приложения, ну, вот с достаточно простым функционалом, но при этом мне говорят: ай, дружочек, обнови iOS-ку или купи новый телефон. Почему так? Ведь функционал, он, ну, вот просто, например, тех же заметок, образно говоря. Есть ряд программ, которые все равно говорят: нужно тебе, дружок, обновиться. Ну, новый телефон я такого не видел, по крайней мере, в iOS. А по поводу версии операционки, тут как бы два фактора. Первый – это тем, что разработчики просто физически выставят вот здесь в настройках, начиная, я вам сейчас покажу, deployment target, то есть начиная с какой версии будет, в принципе, работать приложение. По умолчанию Xcode всегда ставит самую высокую, потому что, в принципе, Apple заинтересован в том, чтобы пользователи можно быстрее обновлялись. Ну, естественно, все всегда выставляют это как можно более раннюю версию, чтобы охватить как можно больше аудиторию. Также, чем более поздняя версия операционки, тем больше разных фишек на самом деле доступно. То есть, какие-то элементы, то есть, вот, например, даже мы сейчас таблицы смотрели, базовый пример – перейдем на Table View Data Source. Ну, это понятно, мелочь. Вот, например, Table View Drop Delegate. Он доступен только с iOS 11. То есть, если вы хотите поддерживать функционал Drop Delegate, можно на самом деле сделать и раньше, просто будет код сложнее. Кто-то не запаривается, говорит, что ладно, я просто сделаю, начиная с iOS 11 и буду это поддерживать. Обычно это просто вопрос, не знаю, экономии времени, либо лени, то, что люди не хотят делать какие-то такие вещи. Поддерживать своим приложением более раннюю версию. Также бывает очень редко нужны какие-то прям, если особенно какие-то прям суперспециализированные приложения, бывает, ну, прям жизненно необходимы какие-то прям крутые-крутые низкоуровневые или какие-то специальные вещи, которые, ну, действительно доступны только начиная с какой-то версии операционки. Производственные мощности, скажем так, отчасти, может быть, где-то... Да. Не, ну, производственные мощности в меньшей степени, потому что, ну, просто, если что, приложение будет медленнее, там, медленнее анимация, медленнее открываться, ну, как бы не критично. Обычно это именно вопрос функциональности. Услышал. Спасибо большое. Никита спрашивает, подскажите, где брать практику для изучения языка? А то язык учу, а где применять, не понимаю. Что-нибудь, например, задачки, приложения маленькие или тому подобное. Спасибо, Никита, за спойлерили вторую часть непродолжительную нашей трансляции. Расскажем. Эрик спрашивает, тяжело ли перейти /переквалифицироваться из Android-разработчика в iOS-разработчика? Ну, мне кажется, что нет. Особенно если вы писали не на Java, а на Kotlin, потому что, в принципе, и Kotlin, и Swift, они очень во многом похожи. Есть, конечно, много там разных нюансов, но именно с Kotlin на Swift прийти просто. То есть я даже видел, писали ребята программы, которые автоматически приводят язык, ну, программа написана на Swift в Kotlin и наоборот. То есть, плюс, в принципе, если вы уже там какое-то продолжительное время разрабатывали на андроиде, знаете вот эту боль, то, что куча разных производителей, каждый там в своей операционке пишет, что хочет, камеры вообще работают абсолютно по-разному, если ты хочешь, чтобы камера работала на всех устройствах, тебе нужно прям все протестировать на всех, потому что иначе там, не знаю, треть, четверть пользователей напишет, у меня ничего не работает. И все эти, в общем, все эти нюансы на iOS, они намного проще. Потому что, ну, есть, конечно, да, вот этот нюанс с тем, что, ну, разные немножко по размеру экраны. Но это реально не такой большой, не такая большая сложность. И, в принципе, все программы, они на всех айфонах работают одинаково. И это прям, ну, для тех, кто переходит с Android на iOS, это прям, ну, вообще радость. Особенно те, кто прям прочувствовали эту боль, то, что нужно прям много-много на разных устройствах тестировать. Сделал на одном хорошо, на другом запускаешь, вообще не работает. Вот это прям, ну, известная тема для Android-ребят. А в iOS такого практически никогда не бывает. Бывает прям очень редко какие-то прям, ну, суперспецифичные вещи, но очень-очень редко. То есть, не знаю, там раз за там 10-15 приложений, может быть, вы с этим столкнетесь, что, ну, прям какая-то есть разница между там пятеркой и там десяткой, например. Обычно это просто разница интерфейса, то есть это запускается на разных интерфейсах, на разных устройствах, чтобы именно посмотреть по скорости, ну, там, анимации действий, не где ли там прям сильно тормозит, и нормально ли интерфейс масштабируется. Вот. В андроиде обычно это спускает, чтобы проверить, вообще не падает ли приложение на разных... Ну да, потому что есть устройства там за 1000 рублей, которые существуют, и их тоже нужно учитывать, потому что с ними ходят там, не знаю, 1,5 миллиона пользователей. Да.
Android это вообще, конечно, отдельная история. Там и квадратные экраны, какие-то прямоугольные, и под все это нужно, чтобы интерфейс перестраивался, и под разных производителей, чтобы работало. В общем, подает жизнь проще. Спасибо. Ну, крайний вопрос зачитаю и продолжу. Давай. Андрей пишет: Никит, спасибо за ясный ответ. Еще такой вопрос. Как профессионалу, реклама на Android или платное приложение на iOS? Достаточно общий вопрос. То есть, наверное, это будет очень сильно зависеть от... То есть, наверное, я переформулирую вопрос и отвечу на него, как понял. То есть, на чем можно больше зарубить денег? На том, чтобы в Android строить рекламу или сделать платное приложение? Даже отвечая на такой вопрос, зависит. Потому что, ну, какое приложение? То есть, известно, что на Android аудитория больше, и она намного менее склонна платить, чем на iOS. То есть... Насколько вы свое можете приложение продать из App Store людям, в плане как, насколько оно красиво, скриншоты, функционал, насколько оно хорошо попадает там, в боли клиента, насколько хорошо вы там настроили ASO, рекламу и так далее. Обычно, как мне кажется, если все сделано хорошо с точки зрения и там, платного приложения, и хорошо с точки зрения там, большой аудитории рекламы, то мне кажется, на мое субъективное мнение, что, наверное, денег будет больше с платного приложения. Но, опять-таки, тут тоже нужно смотреть. Опять-таки, может быть, не платное приложение должно быть, какая-нибудь подписка или оплата там через какое-то время там вот этой на purchase. И, в общем, ну, общий вопрос, общий ответ. Спасибо, спасибо. Всем сторонам спасибо. Окей. Собственно, мы с вами на самом деле остановились на том, что... И на самом деле, чем интересны вебинары, по крайней мере, по сравнению с... лекциями, то есть в лекциях ты всегда, если вдруг что-то пошло не так, ты можешь оценить запись. Так, стоп, давай по новой. Да, и по новой. В вебинаре, соответственно, такой возможности нет, и у вас есть возможность увидеть вживую, как реальные разработчики справляются с какими-то неожиданностями. Потому что даже такие прям банальные вещи, вот табличку открыть, показать, все равно может что-то возникнуть интересное. Итак, давайте посмотрим. На самом деле, почему это происходит? Если мы сейчас уберем по Table View делегата, это же должно перестать происходить, я так понимаю. То есть мы его удаляем, запустим, и должно быть все нормально. Или это все-таки с чем-то с другим связано? Это понятно, это вызвалось. Это вызвалось, и она у нас появилась. Отлично. Дай задачу. Это можно уже убрать, брекпоинт. В принципе, тоже можно убирать с брекпоинта, просто притягивается в код, и они уже удаляются. Все отлично создается. Интересно. Ну, естественно, я потому что реализовал неправильный метод. Все очень просто и очень банально. Скопировал не тот. Да, он самым первым идет, но это не тот метод, который нам нужен. Нам нужен метод TableView, selected TableView, did selectRow at IndexPass. Тоже одна из первых самых функций, которая появилась в iOS 2.0. Не понятно, почему они ее запихнули куда-то в самый низ, потому что самая популярная функция. И да, нам нужно вот эту функцию заменить на новую. Отлично. И теперь снова да, сказать, что таблица должна сообщать. Таблица должна сообщать в наш ViewController Delegate. Да. Теперь должно быть все отлично. То есть предыдущий метод, который мы реализовали, был до этого неправильный. Это просто таблица сообщала о том, что ячейка должна сейчас показаться. И в этот момент, соответственно, мы обрабатывали ее показ тем, что мы ее удаляли. И, собственно, все. Давайте посмотрим. Создаем один. Она появилась. Отлично. Создаем два. Если нажмем сейчас на единицу, исчезла. Нажали на двойку, тоже исчезла. Шикарно. Последнее, наверное, тогда, что вам покажу в сегодняшней презентации, чтобы слишком сильно вас сегодня не грузить, это как это можно сделать чуть посимпатичнее, чем просто вот это мгновенное исчезновение. Это можно сделать следующим образом. Можно писать TableView delete rows at Index pass with animation. Animation давайте поставим автоматик. И лишний код. Вот этот можно удалить даже. Итак, давайте посмотрим, все ли у нас классно получилось. Зададим пару задачек.
на задачку, нажимаем. Ну, такая анимация была, она уехала. Можно поставить другую анимацию. Не всегда нам сразу нравится анимация та, которую мы сразу выбираем. Может быть, не знаю, какой-нибудь фейт, то есть, типа, исчезновение постепенное. То есть, обратите внимание, я не пишу код то, что там прозрачность должна, там какой-то таймер с 0, там 0 шагом 1 секунда, он должен измениться, там 0,1. Я просто пишу, что анимация должна быть просто исчезновение, и все работает. Снял с языка. Я тоже хотел что-то умное сказать просто, но как-то вот сегодня... Сегодня я просто наслаждаюсь тем, что... Пам! Пам! И работает. То есть, вот сейчас мы, может быть, заметили достаточно быстро, но оно так просто, спокойно исчезает. И если вдруг вы будете работать на людей, которые не очень понимают в разработке, вы прям сможете сказать, что да, я там целый день сидел над анимацией, на самом деле поменять кнопку, если... Ну, конечно, лучше так не делать. Лучше. О, ребят, это изменение, но это где-то 1015 долларов. Это 2 недели работы там же по всем. Фейк. Да, да. И стоимость 15 миллионов. Класс. В принципе, тогда можете накидать, наверное, какие-нибудь вопросы напоследок. Я, в принципе, на самом деле, как мне кажется, достаточно всесторонне показал вам, как выглядит, в принципе, сам язык, как выглядит среда разработки, как мы здесь накидываем, изменяем интерфейс, как мы работаем с этим интерфейсом в коде с view-элементами, с моделями данных. В принципе, надеюсь, дал вам такое прям представление, как выглядит iOS-разработка изнутри. Круть. Друзья, мы знакомы с вами уже не первый день, и я думаю, вы знаете о том, что у нас есть огромное количество курсов. Я думаю, сегодня просто не буду рассказывать обо всех сразу, а коротко постараемся и на ваши вопросы тоже ответить. Вот из первых уст от создателя курса по iOS-разработке. Если вы торопитесь, что нужно успеть сделать? Под трансляцией есть отдельная кнопка, она называется «Получить специальное предложение». Здесь успеть оставить свое имя, телефон, электронную почту. И нажать на кнопку «Получить доступ». Мало ли, возможно, именно благодаря сегодняшнему вебинару вы зарядились и захотели чего-то нового от своей профессии. А может быть, пока вообще к программированию никакого отношения не имеете, но в течение там, всех наших вебинаров посмотрели на один язык, второй, третий, сегодня посмотрели на «пра-па-пам», тык, пропапам, тык, и оно работает. И вам стало, в принципе, интересно. То, если это так, то нажимаем на кнопку «Получить специальное предложение», указываем имя, телефон, электронную почту и нажимаем на кнопку «Получить доступ». Завтра в течение дня с вами свяжутся мои коллеги, просто более подробно расскажут об этом курсе, а там нравится, не нравится, ну, решите для себя сами. В общем, вопрос, наверное, к вам. Хотели бы вы, чтобы у вас был такой преподаватель, как наш сегодняшний гость? Вот, напишите в чат. Ну, или хотя бы похожего на него. Если да, то у нас кое-что есть для вас. Это программа, которая называется «Мобильный разработчик с нуля». Можно учиться отдельно языку Swift, вот отдельную программу себе такую приобрести. Есть большая программа, которая называется «Мобильный разработчик с нуля до Pro». Коротко о том, как проходит обучение. Сами лекции мы записали, чтобы вы могли учиться тогда, когда вам удобно, именно в своей скорости, потому что все помнят школу, все помнят институт, не знаю, колледж, детский сад. Когда ты идешь или быстрее группы, или наоборот, просто все мы разные. Ты идешь чуть меньше, чуть медленнее. И из-за этого возникает вот этот вот рассинхрон. Ты или теряешь интерес, или теряешь интерес. Вне зависимости от того, будешь ли ты суперумным, или наоборот, чуть медленнее постигаешь дзен. Все это мы предусмотрели. Поэтому формат – это уже записанные лекции, когда вам удобно. Заходите в личный кабинет, внутри него проверяйте уроки, после этого выполняйте практически домашние задания и отправляйте их нам на проверку. На протяжении всего курса с вами двигается также и ваш наставник, который помогает вам в процессе обучения, отвечает на все ваши вопросы. Вы не боитесь того, что задаете какой-то глупый вопрос. И в конце каждого из курсов выполняйте дипломный проект. Никита, у нас с тобой, я не буду спойлерить вторую программу, но вот первая программа, которая называется iOS-разработчик с нуля. Там ты сделал целых 3 дипломных проекта. Ты можешь вот коротко со стороны человека, который провел, я уверен, не один десяток часов в этой студии, на записи рассказать о том просто, что в этом курсе, что он из себя представляет? Собственно, сам курс, он состоит из 16 модулей, то есть таких
блоков примерно по 40 минут, которые разбиты на такие более маленькие уроки, там 10-15 минут в среднем, в которых я, собственно, веду прям от самых-самых основ, то есть для тех, кто даже вообще, в принципе, даже не программировал или только видит язык iOS впервые. В принципе, даже для тех, кто, наверное, чуть-чуть что-то смотрел, это тоже будет прям полезная информация, потому что наверняка что-то упустили, что-то не посмотрели. И такое тоже обновление знаний. И, собственно, мы идем до уже понимания того, как разрабатывать, в принципе, такие среднестатистические приложения полностью. То есть вся вот эта база знаний, она уже есть на выходе. После каждого урока есть обязательное домашнее задание, которое я каждому уроку лично прописывал. То есть это и теоретические вопросы, на которые нужно ответить, это и какие-то задания на то, чтобы прочитать что-то, я даю ссылки на какие-то интересные конкретные ресурсы. Это и практические задания, то есть написать что-то то-то. Ну, обычно, да, вот в трех таких парадигмах. Это что касается домашних заданий. А также к всему курсу есть дипломный проект, да, как ты правильно сказал, есть на выбор... Три дипломных проекта. Это на выбор три, чтобы вы понимали. Это не обязательно, это не нужно делать все три, мне кажется, это достаточно сложно. Это на выбор то, что вам ближе, что вам интереснее, ту планку, которую вы поставили, потому что они чуть разные по уровню сложности. Первое приложение, одно из них, это... То есть мы у себя в студии, мы делали приложение для Black Star Wear. И... По сути, один из дипломных проектов – это создать такой достаточно простой аналог вот этого Black Star Wear. То есть в описании дипломного проекта есть прям ссылки на методы API, то есть по этим методам забираются данные в приложении, то есть реальные там категории, реальные товары, там их картинки, описание стоимости. И то есть это работа с сетью, с интернетом, это тоже проходит у меня в рамках модуля, потому что, ну, не знаю, большинство приложений так или иначе работает с сетью, загружает какие-то данные, ну, это необходимый навык, естественно, он дается. И в рамках как раз этого дипломного проекта вы его в том числе и реализуете. Это первый проект, а у тебя, может, где-то есть перед глазами, потому что два еще проекта, я знаю. Да, всего, да. Если там это годовой курс, это 5 проектов, да, у меня... Да. Не самая лучшая визуализация этих проектов. Но я знаю, что есть еще самое сложное. Это аналог Яндекс.Метро. Да, аналог Яндекс.Метро. Да, тоже это тема для тех, кто больше такие алгоритмы, темы любит. Потому что, ну, это как бы построение графов, вот это все. И такой тоже можно написать аналог Яндекс.Метро. И такое как бы на троечку. И финансовое приложение для Сбербанка, да. То есть такое тоже небольшое, не совсем для... Ну, в принципе, да, для Сбербанка это приложение для там учета финансов. По-моему, оно самое простое из них, но тоже такое достаточно интересное. То есть, опять-таки, под вашу планку, которую вы хотите себе поставить, вы можете выбрать интересный, прикольный для вас дипломный проект. Никит, кладя руку на сердце, как собственник бизнеса, как человек, который тоже очень много программировал, вот уровень ребят, которые этот курс заканчивают, например, в денежном эквиваленте в Москве, во сколько бы ты оценил? Ну, я бы оценил, наверное, 60-100. Что-то такое. Ну, 1000 рублей в месяц. Вот сейчас тоже важный момент. Ты как бы, может быть, переоцениваешь свой курс или, ну, действительно, дела так и обстоят? То есть я могу пройти этот курс и в резюме написать «хочу столько-то», и с меня спросят за то, что я хочу. Ну, то есть я соответствую каким-то многим параметрам рынка или... Да, то есть можете на самом деле, там, не знаю, не верить мне на слово, просто зайти на какие-то сайты по поиску разработчиков и просто посмотреть вот этот список требований, которые люди запрашивают на вакансии, и сравнить просто с списком тех лекций и тех знаний, которые даются в рамках моего курса. И, ну, опять-таки, естественно, за 16 занятий, естественно, вы там не станете профессионалом, но вы сможете подняться на уровень, когда, в принципе, любое понятное приложение вы сможете реализовать. То есть у вас будет прям понимание и по работе с сетью, и по кэшированию данных, какие, в принципе, есть варианты. То есть вы, ну, просто можете, да, реально посмотреть, что там требуется, и увидите, что, ну, практически все это закрывается. Класс. Класс, друзья мои.
Вторая программа, которая также может быть интересна нашим действующим разработчикам мобильным, это курс, который называется «Мобильный разработчик ПРО». Его мы записали с компанией Агима, и этот курс, наверное, ответ на тот вопрос. Я сделал свое приложение, что с ним делать дальше? А дальше нужно подключать сторонних разработчиков, загружать все это в сторы, что-то постоянно обновлять, следить за безопасностью. То есть вот если разбить всю область мобильной разработки, то вот надвое, то есть программа «Мобильный разработчик с нуля до ПРО», а есть вот «Мобильный разработчик от Агимы». И тогда, да, поздравляем вас, вы full-stack mobile developer. Стажировка. Я также знаю, что ты с удовольствием наших студентов к себе все время приглашаешь поработать. Да, собственно, не всех, естественно, просто нет столько мощностей, но одного-двух я дам. Скорее всего, себе возьму. Супер, супер. И помимо Никиты есть еще огромное количество партнеров, которые также всегда рады видеть наших студентов. И, естественно, мы бесконечно рады, когда наши студенты трудоустраиваются в какие-нибудь такие прям вот чтобы ах, хорошо компании, потому что это большое удовольствие для нас, как для нашего онлайн-университета, особенно когда люди приходят с нуля. И самая главная ценность – это, наверное, качество жизни студента, когда он возвращается обратно или на курс повышения квалификации, или просто там своих близких, родных, друзей отправляет. Это здорово. И, конечно же, клуб выпускников. Для всех наших студентов практически каждый месяц организовываем какие-то закрытые мероприятия, где также, например, ты помнишь, последний день открытых дверей был в августе? Да, да. Тоже, когда студенты приезжают, можно с ними вживую пообщаться, можно пообщаться с кураторами курса, преподавателями, что-то обсудить, не знаю, попроситься куда-нибудь, например. В общем, все возможно. Никита уже упомянул о том, что всегда на связи телеграм-чаты, закрытые группы на Фейсбуке, чтобы поддерживать коммуникацию. Я считаю, это здорово. Итак, собственно, все это вместо 70 тысяч рублей за годовые программы и 40 тысяч рублей за 4-месячные программы. Сейчас по скидке 3 900 за большую годовую программу и 2 900 за 4-месячные курсы, будь то Swift, Android или, например, отдельно Java. И, конечно, дополнительный подарок для всех тех, кто комплексует на тему того, что с английским не так все хорошо. 3 месяца английского от наших партнеров, от компании EnglishDom в качестве подарка, чтобы учиться было проще. Я думаю, когда знаешь английский, наверное, все-таки как-то проще учиться на программиста. Можно я тут тоже чуть вставлю от тебя? Это тоже... Вот это очень крутая тема, потому что даже в своих курсах, чуть ли там не первое, с чего я там начал свою речь, то, что разработчик, если вы планируете этим, ну, не как хобби заниматься, а профессионально, вы должны обязательно знать язык хотя бы на уровне того, чтобы читать и все понимать то, что написано, потому что самые лучшие материалы, статьи, самые новые, они всегда выходят на английском языке. И очень много крутых ресурсов именно на английском языке. И поэтому я в том числе тоже даю задания, которые, на которых информация выложена на английских, на англоязычных ресурсах, чтобы хотя бы там даже, не знаю, с переводчиком, с Google Translate сидели, переводили, потому что даже те же самые вопросы, которые у вас будут появляться, если... Ну, с одной стороны, да, есть группа, с другой стороны, есть гигантское там сообщество, наверняка, может быть, слышали, Stack Overflow, где можно задавать вопросы, но вопросы можно задавать на английском, и ответы тоже будут на английском. Поэтому для серьезных программистов английский, ну, просто обязательно. И вот это крутая тема. Извини, я просто представил себе запрос на Stack Overflow, просто латиницей «как сделать». Ох... Друзья, если интересно, хочется попробовать, не знаю, вопросов мы породили сегодня больше, чем ответов, то кнопка под видео, будем рады завтра с вами пообщаться, тем более, что вебинары наши подходят к концу, поэтому это хорошая возможность получить хорошую профессию. Нажимаем на кнопку «Получить специальное предложение», указываем свое имя, телефон и электронную почту. Нажимаем на кнопку «Получить доступ». Все расскажем, все покажем. Если нравится, значит, начнем работать вместе. Если не понравится, ничего страшного. Потому что в очередной, миллионный практически раз я показываю эту простую схему. Оставили заявку, пообщались, все понятно, супер, идем учиться. Пообщались, не знаю, что-то непонятно не подошло, заявку отменили, из базы вас удалили. Никто никому не названивает. У нас и так работы много, и иногда хочется уходить домой раньше, чем половина 10-го. Поэтому, как и обещали, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Да, там, я видел, какие-то накопились от ребят.
чем каверзнее, мне кажется, даже тем лучше. Поэтому все, что вы боялись спросить, мы готовы к этому. Дмитрий пишет, что Stack Overflow есть на русском. Есть, есть на русском, но, естественно, как бы сообщество несоизмеримо меньше, чем мировое сообщество. И, ну, как бы... Извини, я вспомнил картинку, забавную, мне кажется. Надпись «Википедия» на английском. И если кто-то помнит фильм «Властелин колец», там Гэндальф такой маг, он сияет, он красивый. И «Википедия» на твоем родном языке, там просто какой-то бродяга сидит. Вот, примерно так, да, на самом деле и есть. Так, Алтынбек пишет, а ссылочку на скидочные цены? Я глазами по монитору бегаю. А, Алтынбек, как я и говорил, если это 4-месячная программа, то по 2900 в течение года, оплата такими маленькими частями. То есть 4-месячная программа в сумме 34800, если платите разом, то скидка. Если мы говорим о больших годовых программах, то их стоимость 46800, или же по 3900, такая же оплата маленькими частями в течение года. Вот и все. Кажется, ссылка это вот это все. Все под получить специальное предложение, имя, телефон, почту. Компания. Все, оставили, проконсультировались. Да, да, да. Это, наверное, подтверждение моего тезиса было. Так, получить специальное предложение. Да, да, Эрик, совершенно точно. Так, Эрик спрашивает, какие теперь сроки для сдачи второго ДЗ? Мои коллеги сейчас напишут их, но лучше сделать это... А, они уже написали, они прекрасны. Да, до 21-го, совершенно точно. Так, вопрос к Максиму. А призы в конце марафона не входят в курсы Skillbox? А, нет, курсы курсами, а призы призами. Вот и все. В самом конце 25-го, как и обещали, все. Будем отыгрывать, рассматривать, разыгрывать, подводить итоги. Так, так, так. Андрей пишет, как же приятно смотреть на разработку мобильных приложений. Ну, просто конфетка. Работал с анимацией и в целом с Android-разработкой. В iOS гораздо проще с анимацией. Да, топ вообще. Так, Анастасия спрашивает, для домашнего задания тоже нужно будет скачивать Xcode, а то Android Studio на моей перегруженной ноут идет туго. Прошлое ДЗ сделать не смогла, что грустно. Дальше двигаться будет серьезно проблематично. Анастасия, сегодня нет никакого домашнего задания, нужно будет выполнить предыдущее с Android Studio, поэтому сделайте, и все будет отлично. Андрей пишет, дружище, нужен MacBook, желательно Pro, который стоит соточку. Андрей, со временем это хорошая покупка, хорошая инвестиция. До этого момента можно пользоваться готовыми решениями, о которых мы уже в начале вебинара рассказали. Эрик спрашивает, имеет ли iOS встроенную локальную базу данных, как у Android? Имеет SQLite. В iOS есть целый ряд возможностей создать базу данных локальную. Про них, про всех я тоже рассказываю в курсах. Есть возможность поставить SQLite. Это самый такой, наверное, хардкорный способ. Есть вариант Core Data от Apple. Это такой уже с отношениями между объектами. В общем, такой более прикольный способ. И самый крутой – это Realm. В принципе, он тоже есть под Android. Это такая самая крутая на текущий момент база данных, самая простая и самая удобная, которой проще всего работать, намного проще, чем со SQLite и Core Data. Алтынбек спрашивает такой вопрос. Применяются ли какие-либо препроцессоры во время написания интерфейса? Нет. Ну, по крайней мере, мы, как мобильные разработчики, их не пишем. Может быть, под капотом? Андрей спрашивает. В общем, это первый философский вопрос. В общем, твое любимое приложение с точки зрения UIX и бэкэнда. Вот где прям все сошлось. Самое прикольное UI UX приложение, правда, к сожалению, по-моему, его уже убрали из App Store. Приложение, которое разработала еще команда Facebook, по-моему, они ее купили, называлось Paper. Это приложение про новости. Можете его там погуглить. Это как бы кейс с такими топовыми анимациями, с топовым пользовательским опытом. То есть там очень много всего красивого, все очень интерактивно и, ну, реально потрясающе красивое приложение, которое я, не знаю, ставлю себе как планку, которой нужно идти. Класс, класс. Друзья, всем огромнейшее спасибо. Как всегда, 2 часа вот так вот пролетают. Пожалуйста, напишите Никите о том, как вам сегодняшняя наша трансляция. Обязательно какие-нибудь дополнительные вопросы задайте. Кто знает, без обещаний, но, может быть, со временем появятся в комментариях ответы на эти вопросы. Если смотрите нас в записи, то вы все равно огромные молодцы, и мы по-прежнему ждем вас
на обучении, ждем ваших домашних заданий и просто ждем того момента, когда вы скажете, какой же я молодец. И чем скорее это будет, тем лучше. Вот, поэтому ждем ваши комментарии о трансляции, ждем большие пальцы на Ютубе, делитесь видео с друзьями, близкими, не знаю, с врагами поделитесь в конце концов, кто знает. А, думаю, на этом все. Никита, в очередной раз огромное спасибо. Всегда спасибо. Чаще, почаще будут на трансляциях видеться. А, на этом все. Пока. Пока.